Доброе утро, друзья! Приветствую всех подписчиков, гостей канала, рыбаков, ну и просто сочувствующих. И так как на мне вот эта красивая шляпа, моя любимая, хочу я вам сказать, давно я не позорился на рыбалке морской. Давно я не пытался ловить в море. Короче, сейчас еду опять на морскую рыбалку, сейчас заеду за Евгением, подхватим еще одного парня и едем еще раз попробуем ловить эту самую телевизию, макарону, банану, как ее только не называют. Я все-таки надеюсь ее наловить достаточно. Ну, там посмотрим, на жарку или на завялить, но хотя бы наловить. То есть, вообще-то весь прикол в самом процессе ловить эту рыбу. Это очень интересно. Она такая, в принципе, простая рыбалка, но, как показала практика, для меня не совсем. Поэтому едем еще раз пробовать, еще раз ловить. Точнее, я еду ловить, а вы смотрите, а я вам постараюсь все показать. Кстати, сразу напоминаю, не забываем подписываться, ставить колокольчик. Там внизу такая панелька уведомления. Так вот, надо поставить на все, чтобы не пропускать видео. Я не такой уж крупный блогер, но люди мне часто там в личку пишут или в Фейсбуке, типа, когда следующее видео. Я говорю, да вот было, не видели. Так что вот так. Смотрите, проверяйте, что была подписка и уведомления. Тогда будете все видеть. Ну и плюс, Ютубу это тоже очень нравится. Так что давайте, помогайте мне продвигать канал. Я сам стараюсь, но у меня, видать, не сильно получается. Короче, жду вас у себя на канале. Смотрим. А я еду на рыбалку. Ну что, приехали мы на море. Сейчас будем пытаться ловить. Это, ребят, район порта. Скрывать нечего. Практически все об этом знают. Так что начнем с... Ну что, ребята, телевизим. О, есть, кто-то есть. Нету никого. А кто-то был, да, была поклевка. Ага, на верхнем крючке уже никого. Понятно. А Евгений там тягает. Это уже ты сколько вытянул-то? Я говорю, какая уже? Я уже со счета. Со счета он уже сбил. О, и у меня первая есть. Красота. Правда, сожрала наживку, сволочь. Ну ладно. А наживку отдашь? Не отдала. Нету, блин, а как было же? Пока камеру включил, но... Нету. О, есть. Что-то есть. Нету, блин, да. Как так-то? О, есть. Блин, нету. Задолбали, они только наживку снимают, а? Есть еще один. Красивый рыб. Ну, открывай свой хавальник. Черт, заглотила до жопы. Ну ладно. Этой телевизии, друзья, под берегом просто валом.
Она толпами ходит за крючками, но цепляется пока слабо. Кстати, кто знает, как она называется по-научному, напишите, пожалуйста. Еще один. Не знаю, кто это, ребят. Такая селедка какая-то клюнула. Кто это, я без понятия. Вот она. Что это за хрень? Ребят, кто разбирается? Вот посмотрите, я не знаю, что это такое. Долбит вот такая мелочь. Что это? Это телевизия, но маленькая телевизия. Слушай, зато наживку сожрала. Смотри, кого я поймал. Вот это кого я поймал. Вот это контент. Ну, какой красивый. Да-да, давай мне сейчас перережь эту леску. Пальцами я его освобождать не буду, нафиг он нужен. Вот он. Побежал, побежал. Оп-оп-оп-оп, и сразу зарылся. Ну это уже совсем смешно. Вот это вот такое вот, видите, вот это вот, вот такое. Вот такое вот и все. Мы, наверное, переедем сейчас на другой пляж. Это я вот эту вот мелкую не снял, закинул, она друзей позвала мне. А я краба поймал, а потом начал краба плавить. Тоже я тут... тоже краба поймал. Вот такие хуевые. Я поймал краба. А ну-ка еще раз так сделай. Отцепи нижний глух. Проверяем теорию. Теорию, да. Живодер, живодер. Мощная удочка, да? Люк, это у меня удочка. А что, это я не знаю. Точно. Не. Сейчас, подожди. Ты знаешь, мы это, там еще на Украине с тестем ходили на рыбалку, а у нас озеро было, бля, я не знаю, там 20 на 10 метров, да? И вот такой херни мы ловили на этот, на... Из Карибы. Я не знаю, мы их называли, то, вот не помню, то ли ротан, то ли что-то такое, короче. Вот такой херни было просто полно, причем мы закидывали ее на резинку.
ловили, вытаскивали, мы их десятками, мы их сушили. Вот просто как семечки, да, с пивом. Да, да. Просто обалденная вещь. Что скажешь? Что, поедем на Боним? Другого варианта нет. Где мы сейчас? Через кусты будем, что ли, шариться? Нет, там есть выход. А. Там должен быть выход. Ну, нам должен вот, ориентир вот эта бочка. Не знаешь, давай не пойдем мы туда. Да, если ты не знаешь, лучше пошли это. Здесь всегда был выход по центру, всегда. Смотри, ты знаешь принцип? Самая короткая дорога – это дорога, которую ты знаешь. Я не против, идите, я попросил сидеть, я вас закомил. То, что, потому что мы как бы... Без штанов? Я уже все ноги себе поколол об эту хуйню. Нам-то вот сюда надо. Улов в ведро раскачивай. Сейчас назад попрямся. Куда ты ведешь нас, Сусанин герой? Ты давай ищи дорогу. Тихоплет. А может, говорит, сломать ему ногу? Следы? Может, туда кто-то какать ходил? Молодец! Мы в тебе никогда не сомневались. Даже близко, даже на пол процентик. Самое главное, чтобы никакая гадюка сейчас не вылезла. Так, ребята, переехали мы в Атлит. Сейчас будем посмотреть, что у нас тут. Ну, тут тоже волна большая. Ну, попробуем. Да. Не-не, не будет тут ничего. Попробуй. А мусора просто... Просто мусорка, свалка. Бля, люди, ну вы и свиньи. Я... Ну давай пробуй, а я посмотрю. Мне кажется, даже не стоит это. Как-то не романтично. Ну. Евгений экспериментирует, а я жду. Если у него он будет клевать, я тоже присоединюсь. А не будет, так иное нафиг даже удочку трогать. Так, Евгений что-то поймал. Сейчас я еще раз посмотрю. То есть я подожду. Если это повторится, тогда я уже это присоединюсь. Реально, блин, надо из всех пляжей делать заповедники, чтобы никто сюда не заходил вообще. То есть, ну это ужас просто. То есть, я думаю, вот если бы сейчас волна спала немножко, тут бы клевало отлично. Да, однозначно. Так, решили мы еще попробовать один метод. Залезть вот туда, на тот пирс. И попробовать половить оттуда. Говорят, что там что-то клюет. Ну, посмотрим. Да, но место такое себе. Впечатление у меня от него, конечно, ужасное. Я не знаю, как люди сюда приезжают ночевать с палатками. Эти же люди здесь и гадят. Но это просто, у меня слов нет. Что, будем заниматься эквилибристикой? Ну, да. Ну давай. Давай перелазь, я тебе подам. А, это, ну, в принципе. Логично. Да. А ну на, возьми. У ведрышка. Перелезли. Ну и что тут? Ну, постой, посмотри за мной. Так он на удочку ловит. Блин. Есть, но не та. Есть, но не та. Причем наживку сожрал сразу.
Да задолбала эта фигня, блин. Ну это все лучше, когда вообще ничего. Не, ну да, понятно, все лучше. То есть, ну все равно. Ну это ж не телевизия была. Клюет. Вот не то, что надо. Этой фигни вон полно внизу. Сама ушла. Видите, вот она. То есть просто вот сюда под пирс бросаю. Сожрала, все. Кивилизия, только маленькая. Опять эта фигня, блин. Иди сюда. К берегу я тебя перекину, вон это там. Перекинешь, вот как ты сейчас кидаешь, только кидай метра на 4 дальше. Я смотрю, куда мужик кидает, прямо кидай дальше. О-о-о! Я ж тебе говорю. Вот это оно. Хотя не совсем оно, но хорошо, очень хорошо. Вот это... Это... А! Ушел! Пока я восхищался, ушел. Ну ладно. Смысл понят. Вот это оно. Это оно. Причем размер какой-то удовлетворительный, да? Да. Хорошо. Сказать надо. Параллельно ему кидай и все. Куда? Не надо, не говори ему! Отдай наживку, жопа. Да, давай. Это. Держи. Открываешь чуть-чуть. Это тут просто резина, да? О, мелкие, но две. То, не, ну этих я выпущу. А на один поставь крючочек себе. Попробуй. Блять, Ледерман, ой, он нахрен, надо веревку было привязать. Конечно, тут на рыбалку. Что-то я. Ячки сегодня утопил. Ого, вот это размер. Это да. Капец, ну заглатывает просто до жопы, а. Я камера снял? Да. Она садится, что ли? Ну это я ее включаю и выключаю. Вот я включу. Потихоньку. Одет на поплавок, тягает и тягает. Потому что он в одной точке, там в одной точке держит. У него мясо срывает, она стоит, да? Я по-доброму завидую. А? Я говорю, если б знал, что мы еще сюда приедем, можно было поплавок взять.
Давай, давай, поднимай. Вот это да! Вот это да! Ува! Вот эта рыбалка мне нравится. А у нас с Женей бывает так, либо Женя ловит, либо я. Если у меня ловится, у Жени не будет. Ай, бля, это я. Ну. Завязал? Распутывает идти. А, блядь. Что у меня зрения нет. О, теперь точно есть. 100%. Вопрос, что и какое? Это ух ты, это кто это так? О, так это Денис. Это этот, как его? Денис. Это Денис? Да. Ну это маленький, да? Маленький. А? Да, точно, Дениска. Слушай, крючок отдай. Да, зацепился. Ну что ж ты будешь делать? Опять зацепился, а? Епись, перевернись. Рыба? Не, опять зацепился. Рыба камень. Все, опять крючки там оставил, грузило, бляха-муха. Я не понял, ну что, опять за меня зацепило, блядь, это я ни хуя не пойму, блядь. Клюнуло же, сука! Бля, ну это не дело. Опять оборву, блядь, да ёшь твою мать. Не кидай близко. Ну-ка, дай-ка я попробую её туда, к берегу выдернуть. Женя, ну. Да! Не, один крючок оборвал. Один крючок оборвал, а так нормально. Все, друзья, я закончил. Они вон там еще ловят что-то там это, а у меня уже три зацепа было, пообрывал крючков. То есть я ловил, 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 и в какой-то момент прям начал цеплять, обрывать. То есть это уже знак, что пора заканчивать, хватит. Я закончил, и мне хватит. Вот такой у меня улов. Не богато, но вы видели, есть очень-очень достойные экземпляры. Посмотрим, либо я ее завялю, либо пожарю. Клянусь, когда вытаскивал, они были больше. Это они усохли. Вот серьезно усохли. И количество в два раза уменьшилось. Наверное, испарились. Так что не забываем подписываться, ставить колокольчик в уведомлениях. Ну и, естественно, пальцы вверх или вниз, кому что нравится. Всем удачи, всем пока.